Уи, мамулечка, сатулечка, что мы делаем? Тесто. Что за тесто? Вымешиваем. А про то и тесто захотела вот я на печеньки пеку, чаю. О, будет у нас красота. Так, в это тесто входит сахарная пудра, мука, соль, яйца, желтки, сливочное масло настоящее, не маргарин, вроде настоящее. Да можно маргарин, ради бога. У кого что имеет. Да, маргарин, масло сливочное. Чем заводим тесто. А потом сынуля красотуля обязательно попробует на вкус эти печеньки. Оценим мы вот это все. Вещь. Так, беру я ручку, беру я пакет. В общем, пока мы с мамулькой делаем это, да. Делает мама печеньки. Тесто, печеньки, завыли сирены. Сирены завыли. Ну-ка. Прекратили. Выли где-то минуты 4. Сирены воют. По чуть-чуть. Конечно, неприятно, как воют сирены, да, но не приятного, мало. Приятного мало. Проверка сирен, оповещение. Обычно включаешь телевизор. Ну, вот такие, в общем, мамуля красотуля лепит. Мы их уже попробуем. Ребята и девчата, смотрите, что получилось. Гороти, печеньки. Смотрите, они мягкие. Опа. Опа, берешь пальчиком так, хоть. Мягкие, рассыпчатые, вкусненькие, должны быть вкусненькие. Ну что, попробуем. Рассыпаются вообще, горячие. Обалденно. Вкусно, хорошо, отлично. Сейчас еще съедим вот по зажаристе, которая рассыпается или нет. Тает во рту. Горячо, но вкусно. Во. В общем, ребята и девчата, печеньки удались на славу, получилось вкусно-вкусно, всем приятного аппетита, вкусняшек и отличного настроения. Вообще. Доброе всем утро, отец сидит. Пьет кофе. Муся, иди, ешь. Рубай, ты уже ела. Так, идем здесь чисто супчик. Рубай колбасяску. Здесь чисто суп. Что тут? С банки сайра. Рожки. Сейчас мы посмотрим погоду. Сегодня у нас, кстати, 26 уже. Февраля 2022 года, температура -6. -6, хорошо, свежо. Сперва идем, кормим нашу мелкую танцующую собачку. Да, Мураса. Мелкая. Да, Мураша 40-градусные морозы пережила, да. 37, как солдатик. Да, Мураса. Мурасин. Все. Привет. Пойдем, Мись. Пошли. А скажи этим домашним собачушкам, скажи, да? Иди, кушай. Иди. Иди, нямкой. Иди, нямкой. Ой, тюля. О, собакина. Все. Иди, ешь, все. Иди, кушай.
Так, идем кормить нашу большую дочь. В общем, когда копали котлован, строил дом, у нас же идет здесь песчаник с глиной и с камнями, то есть нижний слой идет. Попадалась глина. Вот когда вот этот была куча котлован вырытый. Я эту глину собирал. Я только не помню, куда я ее складировал. Все пообошел, так и не нашел. А нужна именно для печки вот глина. Ее в воду отытываешь, замачиваешь. И мелкий песок. Не речной, вот, что крупный идет. А вот мелкий. Как на графсмеси. Вот. И тут дилемма вылезла. Все оглядел вечером, все пооглядел. Так и не вспомнил. Хотел я саму печку выложить с глиной песок. Ну, один к двум или один к одному поглядеть. А саму трубу обложить уже нормальным раствором. То есть с цементно-песчаным один к трем. Сейчас у меня дилемма. А глину взять-то негде. Была глина, да и фиг найдешь ее. Так, идем кормить. Че, срубал? Срубал, Мусик. А, Мусик, срубал. Идем кормить нашу босую дочу. Да, доча кушать хочет. Доча хочет жрать. Да, лошадка. Старушка. Старушка-лошадка. Ну, облизываешься. Ешь давай. Рубай давай. И, в общем, дилемма. А, что говорить? Вот графсмесь, именно вот такой песок нужен. Я его, наверное, песок не буду заказывать. А, именно вот такой. Во, у меня же тут графсмесь. Вот именно вот такой песок нужен. Ну, правда, это все замерзшее. То есть мелкий. Как я не хочу покупать, ребята, кто бы знал. Я смотрю у производителя. Цены заламывают астрономическую. За глину вообще прям аж цены. Аж, ну за что? За глину, за песок. Я поглядел, короче, по это. По расценкам. А глина и песок, короче, вот, который валяется везде. 20 килограмм, по-моему, 400 рублей. Мешочек 20 килограмм, там, два ведра. Я думаю, вообще прям аж это. А надо-то не кисло туда все равно на печку. Не знаю, что, где глину найти. В общем. Да. Ладно, пойдем домой. Будем думать в этих вкладочных смесях. Не знаю. За песок слишком дорого с глиной. Не знаю, почему так цены накручивают. У меня аж из головы не выходит. Искусственное увеличение цен. Ладно, идем домой, будем чем-нибудь заниматься. Мамулечка, сатулечка, что купила? Яйца. Так, 10 штук. Собакам геркулес взяла. Геркулес. Пельмишек взяла. Пельмишки самолетные, какашки хорошие. Да. Вареники. С картошкой. Кофе. Кофе 4 пачки. Спагетти вот такие. И такую спагетку взяла. По 38 рублей. Так, вот такая килька. По 38 рублей. Туалетная бумага. Так, вот такие сосисочки взяла. Сосиски. Вот такие сосиски, ребята, по 81 рублю. Домашние. А какой вес? Вес не вижу. Так, колбаса оливерка. Вот такая. Шпик по-домашнему, соленый кусочек сала. Насколько он вытянул, не помнишь? На 107-то я не помню. Это не вешал. На 100 рублей, но он легкий, грамм 150, наверное, 200.
Так, два хлебушка. Хлебушки, хлеба. И вот такой пришлось мне взять. Собачкам еще пока не было хлеба. Все, ты наши покупки. Все покупки. Кажется, немного. А кто-нибудь попекается. Ну, все как-то так. У кого-то завтрак начинается с кофе, а у нас с пельменей. Вот такие пельмени пожарил, приготовил, кстати, которые мама принесла. Сейчас буду кушать. Во. Сразу я сюда залил водички. Ну, сразу ложишь их на чугунную. Я не перемешивал ничего. Залил водички, посолил, сразу накрыл крышкой и убрал на самый горячий огонь. Вот они не мешал их ничего. Не пригорели. Берем горчицы. Ну, немножко горчички. Пробуем пельмешку. Они чуть-чуть подостыли. Так. Ну что, пробуем вместе с горчицей завтрак. Огонько! А я думал, они уже остыли. Ох, и горчицы много, аж горчицы много. Не пожалел горчицы. Горчички, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Начинка. О, прям в мозг дает. Начинаешь умнее думать, шустрее думать, да? Обалденно. В общем, в нос-то пробило. Аж слезки потекли, пельмешку жалко. В общем, ребята и девчата, будем трапезничать, будем кушать пельмешки, пробовать пельмешки. Пельмешки хорошие, отличные на вкус. День у нас продолжается. Василий, что делаешь? Я вот собираюсь кашу. Кашу гречневую. Вот. Помыл я гречку не в одной воде. Теперь нарезаю лука. Лука. И будет все вкус вместе варится. А варить я буду не на простой воде, а у меня еще остался куриная. Бульон куриный. Вот я налил туда куриного бульона. Куриного бульона. Сейчас лук начистил и все вместе в этот бульон положу и буду варить. Кастрюля там уже кипит, да? Ну, закипает, по слухам. Кастрюлька. Все, иду я. А чтоб с досточкой не ходить, с дочкой, с досточкой не ходить. Помыто все, приготовлено. И я подготовил, что был. Его сюда иду. Потом добавлю по вкусу приправки, ватрушки. О, закипело все вовремя, хорошо. Вот. Вот так вот. О, и будет кашка. И теперь ждем выкипания. Выкипание маленько не докипит, останется жидкость. Я выключаю, накрываю, и оно будет минут 20 преть. Потом я открою крышку, перемешаю, и ни жижи, ничего не будет. В общем, вкусняшка, вкусняшка. А так вот перемешали, пускай закипает. А сынулька в это время трескал пельмешки. Осталось две пельмешки, сейчас их подытываем, полирнем, съедим, и Буська спит. Все. Буське оставь одну.
Да, сейчас тогда кошкам отдам. В общем, ребята, вставил я трубу сюда. Потом у нас имеется вот такой айсбистовый шнур. Айсбистовый. Мы протыкаем вот эти щели и замажем. Замажем. Вот так труба идет. Она послужит обогревателем для газов, которые выходят с печки. Я закрыл, потому что тяга идет. Здесь закрыл, потому что тяга тянет, а тяга достаточно сильная, вытягивает все тепло на улицу. Там не утыкивал, но здесь трубу я закрыл. Подытожил, такого кирпича много-много-много, я имею в виду разного, шамотного. У нас еще на улице 5 кирпичей. Шамотный, вот он, отдельно в кучке лежит. А, блин. Хватает, не хватает на стопочную. Ну, а где вот топочная камера? Чисто шамотом выложить. Не знаю, участок обхожу и ищу шамотный кирпич, чтобы топочную сделать из шамота. Чтобы лег кирпичом отдельно. Толщину кирпича. А так я не хочу в топочную устанавливать на ребро. Потому что если делать так, делать, в общем, на улице еще 5 шамотных кирпичей нашел. Все стоит. И пока будем еще поищем шамотика. И пока, ребята, ничего я не купил. Когда куплю тогда печную смесь, ну, в которой глина и песок мелкий, тогда уже начну кладку. Сюда повешу, навяжу ниточку. Кто не знает, что такое отвес, привязываешь ниточку. Вот сюда вот гаечка на ниточке. Гаечка — это отвес. Вот рука моя, смотрите, рука, гаечка на ниточке. Это уровень называется. Привязываешь. Но это все в дальнейшем. Тяга. Ну, тяга. Конечно, тяга тут хорошая. Куда она денется? Так. Ну, ладно. Пока сложить печь. Главное, самое главное нам, ребятули и девчули, ребята и девчата, сложить печь. Сложить печь, а трубу чуть попозже можно обложить. Обложить уже обычным кирпичом на раствор. Ну, вот как-то так. Пока печные работы у нас прерываются, пока не закуплю, на что буду ложить. Да, и похожу, пошатаясь по участку, посмотрю еще шамотного кирпича. Ну и все. Пока с этим у нас все. Команда. Ой, как старый дед. Что-то мамулька, кажется, только сковорода у нас нагрелась. Нет еще. Нет еще? Нет. Сынулька аж проголодался. Пока ходил, воздух гонял. Воздух гонял туда-сюда. Главное ходить, вроде. Что это? А это хлебушек черный. Я вот он наедка. А ржано пшеничный хлебушек. Вот это у нас мелко покрошенная колбаска, зеленый лучок. А я-то думала. Что же я думала? Это у нас вечерний полдник называется 5 o'clock. 5 часов 15 минут. 4 часа обычно. Ну, это у нас хакасский полдник. Опа. Обжариваем хлебушек. Сырый. Сырый хлебушек. Ржано-пшеничный. Чего там у нас? Ну, масло подливаю. Маслица. Тинка это. Так, это у нас. Берем.
луночку. Так, берем луночку. Луночка. Ножичек. О. Оп. Опа. В общем, я переворачиваю, я одну сторону поджариваю. Ага. Хлебушек. Можно белый хлебушек. У меня был белый хлебушек. Есть хлебушек, но я что-то решила вот это поджарить. О. Серый хлебушек. Зона пшеничная. О, видите, как хорошо. Фрикции. Так, берем теперь мы. Жарится вот здесь у меня, в общем, 5 белков и 2 ага. яйца вместе с желтком. Здесь у меня зеленый лучок и кусочек колбаски. Колбаски. Вот это вот я порезала. Колбаска у меня полукопченая. Вот это вот я все перемешаю сейчас. О, я сюда же вылью вот это вот все дело. И вот такая тюречка у нас будет. Опа. Красота. Красота, красота. Так, разровняем. Ручку поставила. Закроем крышкой. О. Что у меня тут? Так, вот я поставлю на двоечку. И закрываем крышкой. А, крышечкой пусть это у нас готовится. Готовится. Такой прозрачный. Оба, чтобы было видно, как вкусняшка готовится. Ну а после этого, ребята и девчата, мы обязательно отведаем кусочек. Ну, наверное, без горчицы. Горчицу сегодня уже кушал. А горчицы много. Кушать нельзя, да. Я те же сделал майонез домашний. В общем, покусаем. Походим, воздух погоняем. Надо руки, кстати, отмыть, потому что когда работаешь. Что-то ходишь из угла в угол, всегда руки грязные. Вроде ничего не делал, а руки грязные. Ну я это в прямом смысле, но не в переносном. А пока у нас пошел снег, сынулька, красотулька. Так, что тут у нас? Что тут у нас за блюдо? Вау, какая тут вкуснятина. Смотрите, 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 удивляйтесь, кушайте слюноотделение, вкусное, да? Так, такая у нас получилась. Ой, что-то я запыхался, да, кирпичики затаскивал. И отдышка аж. Отдышка, отдышка. Так, еще горячая сильно, да? Главное не крошить на себя. А ничего? Тихо, не падать. Я сказал не падать. Вкусно! Не, вкусно. Вкусно, ребята и девчата, блюдо высший класс, блюдо аппетитное, аж пришла, прибежала Буся, Буся, тебе оставлю, сейчас я чуть-чуть еще съем, так, что-то я плохо распробовал, говорит, что не, блюдо вкусное, 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 ну-ка, давай-ка, чухаришься, давай. Что-то неудобно от одной. Вот так вот. Тыкся! Тыкся! Да что ты у меня в чашке? Тут что-то у меня оно не получилось. Не люблю я вилки. Так. Ну что? Отведаем? Отведаем. Получилось классно. Кстати, получилось отлично. Блюдо отличное. Ну как вот такая вечерняя трапеза. Время уже у нас прошло половина уже полшестого. Значит, еще, как говорится, будет ужин. Ладно.
Вкусно. Вкусно. Ладно, ребята и девчата. Всем вкусняшек, отличного настроения. Подписывайтесь на обычный канал Подвал Ильича, на обычной семьи. Влоговый канал, где мы показываем, как мы живем. Подвал Ильича на канале YouTube. Также на канал YouTube рецепты мудрой мамы, где у нее свои кулинарные блюда изысканные. И также кулинарный канал Бородат рецепты Васильича, тоже на YouTube. Блюдо получилось отличным, блюдо получилось вкусным. Пойдем кормить Буськину. Ну все, всем пока-пока, еще увидимся.